Твери затянувшийся еще с декабря ушедшего года ремонт труб во дворе одной из пятиэтажек, что в микрорайоне Южный, стал для собственников квартир, по их признанию, воплощением наяву кошмарного сна. Из-за парящих труб балконные рамы и стекла оказались похоронены под толстым слоем инея, а окна первых этажей и вовсе подпирают горы земли. Если последствия ремонта на улице можно обойти, то как быть, если они в прямом смысле слова стучатся в окна? Наш корреспондент выяснил, когда же уже закопают горячие проблемы на улице Королева. Владельцы квартир на первых этажах пятиэтажки номер 9 по улице Королева вот уже на протяжении нескольких недель видят в своих окнах весьма странный пейзаж. Горы, горы земли и пар. Горный массив вырос вдоль окон первых этажей незадолго до новогодних праздников. Грязь, парящие трубы, с которыми на время можно и смириться, говорят жильцы, не главная проблема этой зимы во дворе дома номер 9. Когда проблема ЖКХ в прямом смысле заглядывает в окна, любое терпение испаряется. Периодически приезжали, воду выкачивали и уезжали. И когда наступили морозы, вот эта вся изморозь начала подниматься на балконы. Все было, как бы сказать, в шапке такой снежной. Вот теперь жильцы дома ждали как манну небесную. Но зима в Тверской области – это скачки температуры от минус 20 до 0 и обратно. А потому грядущее понижение температуры не внушает оптимизма. Жильцы пытались общими усилиями выяснить, когда же яму уже закопают и вернут на место демонтированные элементы придомовой площадки. Супруга Дмитрия несколько раз пыталась выяснить информацию, кто ведет работы и когда их завершит. Постоянно номер был занятый. Потом уже бросили, думали, что со временем сделают. Но сегодня уже какое число? Мы же не знаем, когда это все закончится, правильно? Все ограждение наше, которое мы благоустроили, все выломано. А нашему телеканалу удалось выяснить всю информацию. Оказалось, что работу ведут тепловики. В Тверской генерации пояснили, сотрудники организации устраняли повреждения на трубах. Для удобного доступа техники рабочих пришлось раскопать такой большой участок. В пресс-службе Тверской генерации сказали, что 1 февраля планируется завершение работ. Напоминаем, что в случае получения информации об отключении отопления или горячего водоснабжения в связи с проведением внеплановых работ, вы можете обратиться на горячую линию тепловиков по телефону 78 00 00. Код города 4822 и получить всю необходимую информацию.